Необыкновенные весенние дни пришли в наш родной край, наполнив ласковым солнечным светом и теплом пробуждающуюся природу. Зазеленела листва, зацвели деревья, громче стал гомон птиц. Удивительная и неповторимая красота опустилась на родную землю. Людям хочется стать частью великолепия родной природы, обновиться и, как она, оставив в душе только самое прекрасное, благородные помыслы, стремление к чему-то высокому, желание творить добро. Все это говорит о том, что на священную землю Узбекистана пришел Навруз. Конечно, больше всех рады приходу весны и Навруза дети. С самого раннего возраста взрослые прививают девочкам и мальчикам истинные общечеловеческие ценности – доброту и милосердие, открытость и искренность, желание творить добро, сделать мир лучше. Воспитанники специализированных школ, интернатов, домов милосердия – не просто дети. Лишенные ежедневного родительского тепла, они чувствуют любовь и заботу педагогов, а также взрослых друзей, работников Алмалыкского горно-металлургического комбината. Не первый год подразделение АГМК шефствует над домами милосердия, школами-интернатами, специализированными школами в Алмалыке, в Ангрене, в Буке, в Пскенте. Работники комбината стараются улучшить быт, условия проживания ребят. А уж в канун праздника взрослые делают все возможное, чтобы порадовать детвору даже во время объявленного в стране карантина. Например, коллектив медиплавильного завода от лица большой семьи тружеников комбината отправил воспитанникам подшефного дома милосердия в Буке набор продуктов для праздничного стола к Наврузу. Уважаемые товарищи, приближается всеми любимый всенародный праздник Навруз. У нас сложилась традиция на все праздники дарить добро, радость каждый дом. Накануне мы раздали продуктовые наборы нашим ветеранам, фронтовикам Трудового фронта, участникам. И вот сегодня мы решили также отправить продуктовые наборы на праздничный обед в детский дом милосердия города Буки, который является нашим подшефным. Уже сложилась традиция в течение нескольких лет. Трудовой коллектив Алмалыкского горно-металлургического комбината проявляет заботу о своих подшефных организациях. Вот и медиплавильный завод. Сегодня мы вносим свою лепту, чтобы у наших детишек был праздничный обед, праздничное настроение, хотя везде кругом сегодня карантин, но дети должны знать, что мы помним о них и едем в Буку. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех алмалыкчан, работников горно-металлургического комбината с праздником, с таким прекрасным весенним праздником Навруз. Хочу пожелать добра, счастья, здоровья и удачи.